Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни, и мы продолжаем играть в игру Get Even, хотел сказать, Observer. Что ж, небольшое предисловие. У меня были проблемы с игрой, я записал минут 40 видео, и она зависла, соответственно, запись тоже не сохранилась. Ну и мне пришлось проходить все заново, потому что сохранений разовых здесь нет. Ну и могу вам сказать сразу, я сделал все то же самое, что и делал в тот раз. То есть не отпустил того парня, убил второго. Ну я говорю сразу, я за эти 40 минут успел кое-что пройти и кое-что узнать. Поэтому для меня это будет не ново. Но для вас, я надеюсь, будет интересно. Что ж, продолжим. Кстати, когда я проходил второй раз, я заметил, что у девушки был таймер на груди, то есть я мог успеть ввести этот код, но и не стал этого делать. Я также дождался, пока она его произнесет, и просто стал ждать. Так, сейчас вспомню, куда дальше. Да, я здесь уже проходил. Итак, давайте продолжим. Ой, прости. Еще один момент. Я так полагаю, это не та технология, которую я должен выкрасть. Потому что ту технологию я еще выкраду впереди. Да, и когда я проходил в тот раз, записывал, я убивал их. Но доктор Ред, он ругался на это, говорил поменьше жертв. Я стал делать меньше жертв. Поэтому хочу сейчас тоже пройти с минимумом убийств. Блин, он сейчас повернется, насколько я помню. Поэтому стоит, наверное, просто пройти напрямую. Я просто не выходил через ту дверь. Давайте проверим. Здесь нет никого? Давай просто пробежим. Так, вон он. Так, там еще один. И тут... Тут шастает постоянно. Просто в прошлый раз я напрямую бежал. Я не стал их убивать. Так, сядь и пяться. Тихо, тебе показалось. Вот и все. Так вот, в прошлый раз я убил несколько человек и просто побежал вперед. Ого, я в засаде. Что ж, все-таки придется. Или может быть убежать? Эй! Это дурачок. Ладно, побежали. Просто вперед. Раз уж не стоит их убивать. Просто пробежим. Воу! Друзья. Да. Это было легко. So do dreams, Mr. Black, until you wake up. That's the best way I can explain it. But Pandora is still not вот, fully capable of simulating human behavior. I would advise against creating too much disturbance. Every time you kill someone, you rewrite the memory. Ну, чтобы видео точно сохранялось, чтобы я знал, что оно сохранилось. Иначе я рискую все начать сначала. После того, как все вылетит. А здесь я никого не убил, по-моему. А нет, тоже всех перебил. Так, только я не помню, куда дальше. Да, кстати, я могу не только... расщеплять всякую ерунду, но и делать вот так. Так, ты меня заметил?
Блин, что ты там стоишь? Ага, ты решил проверить меня. Что это светится желтым? Ты что, меня заметили? Давай попробуем туда. Тихо. Да, мне на второй этаж. Я просто обойду их. Попробую. Тихо. Блин, давай пробежим. Я понял, как сделать. Давай, беги. Когда мне дадут добро убивать, я буду убивать. А пока я могу бегать. Быстрей. Тихо там. Хочешь быть живым? Не дергайся. Все, поехали. Мы сейчас направляемся... Да, в лабораторию. A warning. You may come across Roger Howard, the CEO. Там, где я достану тот прототип, которому они говорили. The man never sleeps, although it's late. Да, и второй раз, когда я проходил, я не лазил по тем местам, где я не был. И делал те самые фотки, которые я делал до этого. Потому что я хотел сохранить всю последовательность. Ну, так как они говорили, что это влияет на все, что здесь происходит. Так, здесь я смогу пробраться? Я вот не помню. Ох, тихо. Дурачок. Не делай так больше. Так. Здесь у нас этот. Парень. Да. Немножко попсихует и уйдет. Только я не помню куда. Я помню, что я пошел, когда он начал уходить. Да, топай по своим делам. Я просто пройду до лифта. Нет, тебе показалось. Тебе показалось. Блин. Ну, стекло-то вы не пробьете. Вы же глупые. Все. Мы на последнем этаже. Здесь должна быть... Да. I don't remember the code to this door. How do I get through? The memory of the code is still there, Mr. Black. Здесь должна быть разработка, которую я ищу. Вон там. И у меня задание стереть все данные сервера. I don't understand. Я делаю это быстро, потому что я помню, как проходить. Пройду до того момента, где я вылетел. Да, здесь, чтобы открыть замок, надо собрать все фотографии. То есть на каждой фотографии есть по цифре. Достаточно легко. Вот, и когда я пройду до того момента, ну, буду проходить более вдумчиво. Потому что я не знаю, что будет дальше. До этого мы дойдем быстро. Потому что я очень много времени потратил здесь. На прохождение. На убийство, на обходы. Я не знал, куда идти. Очень много времени бегал кругами. Но сейчас, надеюсь, все будет быстрее. Так, не помню последовательность. По-моему, 7, 9, 4, 5, да. По-моему, так. 7, 9, 4, 5. Да. Вот и все. Не следи за мной. Так, стереть все данные. Флешка в клаву. Забрать прототип. Грейс. Как они замешаны с этим, я не понимаю. Да, это я понял, что я уничтожил данные и выиграл. Корнерган. Так вот. К
Как девушка с этим связана? Пока еще мало понимаю. Так. Ну вот и разработка. Хороший пистолет, кстати. Да, и теперь у меня вместо автомата два пистолета. Один с глушителем, а второй более прямой и более громкий. О, привет. Ты ведь директор, да? Да. Что ж, ну всего лишь надо выйти отсюда, я так полагаю. Я сделал свое задание. Ну, а теперь можно убивать, я так полагаю, потому что не знаю, где я. Да мне за тобой, да? Что ж, развлечемся, убьем всех. Итак. Раз. Два. Вас убивать не так уж сложно. Вы сразу же исчезаете. Я не успокоюсь, они пытаются меня убить. Да, теперь можно идти. Я всех убил? Нет. Ого. Он еще автоматный? Автоматический. Так значит, это не пистолет? А в прошлый раз я думал, это пистолет. Ну-ка. Во, это мне больше нравится. Хотя нет, подожди. Вот этот автоматический пистолет мне нравится. В смысле? Уже убежал. Эй. Вы лишаете меня развлечения. Вот. Примерно на этом месте я вылетел. После этого я ничего не знаю. Буду изучать вместе с вами. Injuries sustained within the Pandora will have the same effect on your brain as those sustained without. Now, stop thinking, Mr. Black. Clear your mind while I bring you out. Oh, Christ. I feel like I'm gonna throw up. Так, я... natural response. It will become easier the more we proceed. Я очутился. If it helps, I have там, где все эти фото. Gift for you. Видимо, это мое место. Outside in the corridor. You see the lines of computer code. Я здесь собирал информацию. Please approach and proceed. Not that again. Так, новое что-то появилось. Ну да, чертежи этого устройства. Так, оборвано. Что у нас тут? Ну, если вам интересно, можете прочитать. Видимо, это письмо с заказом. Так, это вырезка. Видимо, про небоскреб, в котором я был. Вот в этом. Так, больше у нас ничего. Да, и вот здесь, на этом моменте я вылетел. Да, здесь письмо, в котором говорится, что очень много личных писем директора попало в сети, видимо, из-за меня. Так, перезапишу немножко. Ну, вы этого не заметите. Ну, сразу же начал запись, поэтому я ничего не знаю. Картотека. Any information filed by the Pandora is accessible for you in this room. Each board represents a different memory. Give it a try. Look at a couple of boards and see what happens. Прикольно. Ух ты. По поводу вылетов, видимо, мне не хватает 8 гигов оперативки.
Any connections or links your mind may have made, even unconsciously, are recreated visually by the Pandora. I'm rather proud of this feature. You can study the investigation further, or return to the asylum when you're ready. Just use the photo in the middle of the room. Угу. Что ж, стоит осмотреться, я думаю. Девушка может быть здесь. Это корпус Б, да? А нет. Я нашел ее там первый раз, когда был там. Так, это сигареты. Лицо. Что это у нас? Я прочитаю, а вы потом узнаете. Так, тут написано, что все люди, которые были замешаны, погибли на месте. Так, что у нас тут? Ага. Газ взорвали случайно. Возможно, кто-то взял его. On the morning of the 20th of June, just before 8 a.m., we received multiple reports of an explosion in the north part of the barn. Поселок. Веревка. Это то, что я нашел. Ага, что-то я не нашел, видимо, да? Фотографии одной нету. Это у нас... Как у нас это связано? Так, это у нас... Это вырезка из газеты, в которой говорится, что был взрыв. А здесь у нас... Здесь тоже про взрыв, но... Тут еще говорится о похищении. Кто эта девушка? Настолько важная. Может быть, не важная, может быть, она случайная жертва. Неизвестно. А это что? О, нет, подожди. Туда я телепортироваться не хочу. Ага, туда я могу попасть, чтобы достать фотку. Я, кажется, понял. How much do you know about him anyway? Cole Black. Not much. Just rumors, you know. Had a background check run on him. Didn't turn up a whole lot. Well, he wouldn't. Not if he's good at what he does. So you think we can trust him? I see why not. As long as we keep him sweet. I don't know. Makes me nervous. He seems volatile. It'll be fine. Famous last words. Интересно, кто это? Они обсуждают меня. Так, письмо. Ага, здесь про здание. Это у нас школа, где ее держали. Здесь бункер старый. Это просто заброшенное здание. Так, это у нас... Так, это у нас письмо от Скотта мне. Здесь говорится, что я охранял проект, который украл. И Рэмзи. Кто такой Рэмзи, я не знаю. Что у нас здесь? Ага, это официальный трудовой договор. Меня нанял Скотт, чтобы я был охранником, охранял. Так, я думаю, все-таки достать эту фотографию. Для вас это будет незаметно. А я, пожалуй, выключу камеру. Я покажу вам, где это фото. Поехали. Так. Save the girl. Я опять здесь. И, похоже, это выход обратно, чтобы не проходить все заново. Я просто найду место, которое не сфотографировал. Ну, почему-то убрал. Так. Ну, удачи мне. Угу, вот оно. Что ж, да, не так уж далеко. Нитрозепам detected. Нитрозепам. Снотворное. Да, похоже, ее накачали снотворным. Это место вот оно. Рядом с дымом, с сигаретами. Почти у входа. Что ж, вернусь прямо оттуда, откуда я пришел. Итак. Ага, вот оно. You've collected. 5, 6, 4, 0. We may find a way to use the code you've discovered. Could be significant. Что это за код? Здесь кода нет. Ого, сколько я всего здесь не нашел. Да вы шутите. Это будет сложно. Так, подожди. Ты психбольница, я понял.
тебе еще можно вернуться. Так, здесь поменьше всего. Это то самое здание. Так, ну, в психбольницу мне, походу, придется вернуться, чтобы спасти того парня. Что у нас здесь? Это основное, да? То, что я только что делал. Так, ну, теперь... Ага, а здесь я не могу вернуться. Почему? Интересно. Да, видимо, мне придется возвращаться туда, в психбольницу. Что я здесь не нашел? Это у нас устройство для визуализации памяти. Это у нас я. Что я делал в психбольнице, скажите мне. Здесь меня поймали газом. Ред. Кто такой Ред? Есть фото, которое связано с ним. Есть фото, которое связано с очками. Есть псих. Леонард Шелби. Целая история про него. Ну, история, честно говоря, меня не очень интересует. Так, это у нас Джон Линтон. Тоже со своей историей. Так. Ого, сколько всего связано с тобой. Это тот парень, да? Которого надо было выпустить. Пожалуй, стоит его выпустить. Так, здесь у нас тоже что-то связанное с чем-то. Клиника. Так, пациент. Какой-то пациент. Ты тоже псих. Так, что связано со мной? Colin Black. Это рассказ про меня. Это я не помню. С девушкой связана целая связка. А вот с этим человеком прямо очень много всего связано. Так, это кукла. Ага, не зря, да, я вас смотрел. Пациенты. Вырезка про клинику. Две вырезки. Что ж, я думаю, стоит тебя освободить все-таки. Поехали. The room you just visited will help you stay away from conjecture and concentrate only on the facts. Facts? All I know is that my name is Black, and apparently I stole this corner gun. Precisely. And an expert job it was too. ADS all but went bankrupt after you disappeared with the prototype. But I'm sure we will learn more as you proceed. Like how to get out of here. You are here through choice, Mr. Black. And if you show the same clarity of thought as you did breaking into ADS, then that might not be for too long. Почему-то я не отправился туда, куда хотел. Угу. Так, а что я могу сфотографировать? Видимо, это что-то находится вон там. Что? Что это значит? Так, это про меня. Colin Black украл прототип. Он знал меня. Как он знал меня? Это же я, Colin Black. Или я не Colin Black? Так. Нет, я все-таки в психушке. Все-таки я здесь. И все-таки мне надо спасти того парня. Давайте искать, что еще не сфотографировал. Может быть, здесь что-то? Нет? Ничего. Но где-то поблизости. О. Red! Hey! Why is everyone loose? The patients must have their exercise, Mr. Black. Now move along. Нифига себе разминка. Да он носится как угорелый. Он же меня убьет. Случайно. Зарежет там, не знаю. Так, а если по карте? Просто меня эти зеленые огоньки смущают. Как будто я что-то упустил. Так, нет, это моя комната. Да, это моя комната. Здесь у нас ничего.
Ну давайте осмотримся здесь. Может быть, все-таки я найду, что сфотографировать. Ты еще здесь? Ага, вот он ты. Давай узнаем, кто ты. Что ты за псих? Острое паническое расстройство. Про тебя досье нету. Или я его уже нашел? Так. Здесь был кто-то? Ты там не стучи. У меня есть пистолет? Да, у меня есть пистолет. Так что не стучите там. О. Fuck. Well, maybe I should have let him go. Блин, мы с ним дофига связаны, если это тот чувак. Так, это у нас что? Повелитель кукол. Это предсмертная записка, видимо, этого человека. Ага, он еще и на стенах нарисовал. Так, где ты? Здесь дурик бегает. Ага, все-таки вы расстроились, да? Из-за того, что он погиб. Здесь у нас ничего. Да не умрете вы, не переживайте. Опять письмо повелителю кукол. Вот же псих. Где? Не понимаю. Это что, типа карцера? Только светлый. Так, ты исчезаешь? Ну что-то зелененькое тут было. Клей? Или что это? Так. Давайте разбираться дальше. Блин, меня повели немножко по другой истории. Я думал, все будет то же самое, что я делал. Оказывается, клиника запомнила то, как я поступил. Так. Что ж, давайте искать все зацепки, которые есть. Может быть, я что-то пропущу и вернусь сюда потом. Леонард Шелби, это я уже читал. Где музыка играет? И кто ее играет? Ты? Вот я и нашел источник музыки. А что заяц делает здесь? Ты, наверное, один из тех психов, которых я не нашел. Преподаватель, обалдеть. Бедолага. Ты еще свежий. Те вообще с 97-го сидят. Так, здесь у нас... Это просто вырезка о клинике. Нет. О больном. Только оборванная. Блин, интересно, что же дальше? Мне надо связать все цепочки воедино. Почему не пройти? А, здесь же был этот парень, который просил, чтобы его отпустили. Ну что, давайте искать все зацепки, все, что может нам помочь. Ты знаешь код? Интересно, что ты преподавал? Трудовик? Погасишь свет. Тебе надо свет погасить? Метки. Твои метки. Все? Ага. Офис. We're all past remembering.
Что ж, мои догадки все-таки увенчались успехом. 1, 8, 4, 5. Все они находятся вот в комнатах. Последовательно с той, самой дальней. Чем дальше, тем сложнее. Просто складывайте цифры. Что ж, а мы поехали дальше. Изучать, искать зацепки. Так, это правило посещения. Ничего особенного. Дверь в офис не открывается. Так. Ты у нас плохой, да? Может быть, не стоит тебя убивать? О. Ты случаем не тот самый псих, который с чаем? Я не хочу его убивать. Он хоть и ненормальный, но... Я так понимаю, тут везде следствие. Давай попробуем тебя обойти. Псих, блин. Включайте музыку. Ах ты тварь, а? Стой. Он сам дернулся. Но почему они называют меня Блэком? А я сам говорю о нем как будто в третьем лице. И все. Не будет больше музыки. Мне она не нравится. Что пикает? Ладно, пойдем на второй этаж. Что пикает? Ага, на какой этаж? Вниз? Еще ниже? Так, что у нас тут? О. Блин, что я делаю в психбольнице? Мне это напрягает. Что всякое непонятное. Хрени. Ты еще кто? Что это? Что это значит? Оу. Твою мать. Это что-то, девчонка? О. Дом. Я пришел домой. Hey, honey, it's me. Pick up if you're there. Okay, well, bad news, I'm afraid. The caterers have cancelled on us, so they were double booked for the Saturday, so we're gonna have to find someone else. I mean, you getting married would be so much work. Anyway, see you later, love you. А у кого свадьба? У меня? I just wanted to say that I understand if you don't want to adopt. I'm at the studio this afternoon. Call me when you're back, and I'll come straight home. We can talk then. Пока не понимаю. I love you. Just a small reminder from your loving wife. Don't you dare forget our appointment at the clinic today. 2 p.m. sharp. See you then, Mr. Scatterbrain. Кто это рисовал? Это же мои воспоминания. Правильно? Кто ты? Что у нас тут? My darling husband. I know this won't be the life we imagined anymore. But I'll be free to focus on my art, can you? You'll change the world like you always dreamed you would. And no matter what happens, we will always have each other. All my love. Now and always. Lenore.
Ага, она забеременела. Свадьба, беременность. Что у нас дальше? Hey, I tried your office, but couldn't get through. Call me if you get this. Ага. I've got news, and you may want to brace yourself. Love you loads. Honey, are you okay? Talk to me. But are you absolutely sure? I did the test 3 times. The doctors, they said... I guess we proved them wrong. But that can't be right. It can't be. That means... It means we're not just a couple anymore. It means... we're a family. Why show me this? Is this how you justify everything? В смысле показываешь? Грейс. Грейс — это та девушка, да? Ну, почему она спрашивает? Find your way back, Mr. Black. Focus on the right photo and come back to me. Клиника? Привет, песик. Какой-то ты грустный. What just happened? What was that? Ah, you're back with us. Good. Those memories, they felt different. What was that place? No need to bother yourself with that, Mr. Black. Just a quirk of the technology. So there were my memories. What's going on? That is none of your concern, Mr. Black. It is irrelevant to your treatment. Вы что, обалдели? Я думал, это мои воспоминания. Proceed. Right. Офигеть. Я только что был в чужих воспоминаниях, да? Или это мои... Блин, нифига непонятно. Где у нас тут? Что можно сфоткать? Кролик? DNA found. Female. 18-22 years of age. Это той девчонки. Что у нас тут на столе? Угу. График приема. Почему-то там искренне удивились повелителю кукол. Бендер, привет. Это что? Нифига себе. У каждого пациента есть своя кукла. Но тут нет кролика? Или есть? Или вот этот вот там? Первый, Джона. Да, это он. Как это связано? Пока непонятно. Не туда, да? Да. Что это? Интересно. Что-нибудь сработало из того, что ты говорил? Воу. Еще один смертник. Орёт. Блин. Надеюсь, я успею выхватить пистолет. О. Что у нас тут? Нифига себе. Повелителя кукол. Видел не только один пациент. Интересно. У тебя там пати? Пати. Так, здесь ничего наклеенного нет. Кукла. Я понял, что она туда убежала. Блин, ладно, давай посмотрим. Тут же никто не прыгнет на меня. Ага. Ты всех спрятался в шкафу. А, вот и где, хитрец. И куклу поставил, как будто я не увижу. Что ж, прослушаем быстро запись. Что ж, это просто рассказ одного сумасшедшего про его жизнь. Я не буду вам все показывать, это очень долго. Буду просто рассказывать. Ну и в первом тоже случае радио рассказывало про то, что доктор лечит пациентов
куклами. То есть, если его кто-то напугал лошадью в детстве, то он будет играть с лошадкой. Ну что, пробуем. Воу. Воу. Ах ты ж тварь, а. Ты решил меня напугать. Сообщение? Я тебя не боюсь. Лол. Я тебя тоже не боюсь. Кто бы ты ни был. А, свинцу оставил. Неплохо. Опять разговоры про повелителя куклы. Блин, ты меня раздражаешь. Честно. Одни психи вокруг. Да брось ты. Что ж, здесь пациент ругается с доктором. Доктор отрезал ему руки, бывшему военному. И пытается узнать метод лечения, насколько был полезен. Оценить из 10 баллов. Блин, очень-очень нагнетающая музыка, атмосфера. Закрыть нельзя, да? Что у нас тут? Так. Психи. Вот. Вибрирует джойстик. Геймпад. Ты что, растяжка? Обалдеть. Или это просто... Просто лежак. Так, ладно. У нас патроны. Патроны у меня есть. Блин, это уже пугает немножко. О. Что так сильно стучит? Он очень рядом. Походу, вот он. Ну, а здесь врач недоумевает, почему его методы критикуют. Говорит, что он очень помог всем, особенно мертвым. Так, ну что, давайте дальше разбираться. Воу! Ах ты, тварь! Ты подобрался очень близко. Да, конечно, у меня все подскочит. Придурочные. Все, вы заткнулись. Психи. Вот и сидите там. Фух. Он был близко. Опять пикает. Что это за место? Так, туда никак. Значит, идем наверх. Блин, я уже боюсь без пистолета ходить, если честно. Ага, еще один псих. Пора уже выбираться из этого места. Ты рэпер? It's a game, don't you see? A party game. They want you to let them out, but you mustn't. You mustn't let them out. Прикольный. Такой Eminem. Ого. Ладно. Ты там отдыхай. Что у нас тут? Опять про повелителя кукол. Так, это, видимо, про того парня. Так, а ты мне не откроешь, да? Мне, походу, к нему. Что здесь? Так, интересно. Это письмо от Скотта, который нанял меня. В нем говорится, что он испытал Рэмзи. Второй человек. Так, это вы между собой спорите, да? А это псих на коляске. Наверное, не стоит вас
выпускать. Так. Чтобы лишнее не нажать. Наверное, вот это. Да. Ну что, я готов. Ты не кинешься на меня? Блин, я не хочу к тебе подходить, честно. Поворачиваться спиной тоже. Ты вроде не дышишь. Давайте осмотримся. Так, ну-ка. Да, что-то можно сфоткать. Видимо, тебя. Улыбнись. Match found. Отлично. Одним психом больше. Маэстро Берри. Робби Рэмзи. Так вот он, Робби Рэмзи. Ага. Это тот самый Роберт, который приказал меня убить. Скотт и Роберт. Скотт — это враждующий с ним человек, правильно? Ладно. Слишком много догадок. Надо просто собирать все. Тюрьма. Это уже похоже на тюрьму. Хотя, может, это общая комната психушки. Здесь у нас пусто, да? Блин. Игра немножко скучная в этот момент. Я просто хожу и ищу. Хотелось бы, чтобы было больше разнообразия. Хотя да, его достаточно. What do you know? The question, Mr. Black, is what do you know? Let's see if you have any memory of this place. Focus on the photo when you're ready. На этом фото, да. Подождите. Так. Дальше мне пути нет. Сфоткал я вроде все. Давайте посмотрим. Про какого-то Джаспера Прада. Про убийство. Здесь у нас... Здесь у нас про ДТП. И водитель, походу, скрылся, потому что от машины шел кровавый след. ДТП было в лесу. Так, здесь у нас что? Так, здесь у нас убийство. На территории заброшенного склада. И была найдена гильза производства этой фирмы, в которой я украл. Вырезка? Да, вырезка про убийство. Что еще на полу я найду? Так, это у нас досье детектива. Видимо, тебя... Что мне дает это? Что за детектив? Так, быстро прослушаю. Так, а это звонок Джейкоба. Джейкоба Скиннера или кого-то там, я не запомнил. Тебя? Нет, это еще один детектив. Так вот, он говорил об убийстве. Это он нашел тело. Досье про детектива. Так, а это? Это база данных, ответственных за дело. Видимо, вы оба ответственны за это дело. Фейр, правильно, да, оба ответственны за это дело. Умышленное убийство. Так, ну что, возвращаемся. So you do remember this place. Interesting. Please, just tell me why this is important. An unidentified man died at a nearby abandoned warehouse not long before you tried to save the girl. He was shot at point-blank range. And we're going back to that warehouse? That's correct, yes. The police wrote the whole thing off as a drug deal gone wrong. But that's not what you believe. I believe everything in life is connected, Mr. Black. The only question is how. Let's find out, shall we? Так.
Прекрасно. Теперь я буду расследовать убийство. Прикольно. Ладно, продолжим этим заниматься в следующей серии. Думаю, дальше будет интересней, потому что в этот раз было не очень сообщение. Блин, где вы? Вы обещали мне помочь. И даты не видно. Всем спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, ждите новое видео. Всем пока!